Правдивейшее это показание о муже, что достоин стать святым. Пускай спознался он с грешком таким, вся жизнь его сплошное покаяние. К жене прикован, нищетой томим, он тещины изведал истязанья, был шурин у него, как наказание, и сын характером не херувим. Меж кузницей и мастерской каретной он проживал, всегда был жизни рад, хоть не видал в глаза монетки медной, нуждою да несчастьями богат. Жил мучеником, был женатый, бедный, содеял чудо, умер не рогат. Спасибо.